Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 115. А. Магазин. Привезли партию лампочек. Среди них оказалось 16 разбитых лампочек. И это составило 2% от общего числа. Сколько лампочек привезли в магазин? Нам надо узнать все число всего лампочек, если мы знаем, что 16 – это 2%. То есть надо узнать по известной части все число. Раз 2% равно 16, значит 1% в 16 раз, в 2 раза меньше. Значит, 1% – это 16 разделить на 2, а все число в 100 раз больше, то есть умножить на 100. 16 разделить на 2 будет 8, 8 умножить на 100 будет 800. Всего 800 лампочек привезли в магазин. Б. Посадили семена гороха. 270 из них взошли. Это составило 90% всех посаженных семян. Сколько всего семян посадили? И опять надо найти все число, если известно, что 90% – это 270. Значит, 1% в 90 раз меньше. То есть 270 разделить на 90. Это 1%. А все число в 100 раз больше, раз все число – это 100%. Значит, надо умножить на 100. 270 разделить на 90 – это будет 3. 3 умножить на 100 – будет 300. Всего 300 семян посадили. Мы ответили на вопросы в задаче. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.